Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и сегодняшнее видео я хотел бы посвятить рыбалке весеннего сезона 23-го года. Рассказать о нюансах, подсказать, что надеть на себя, чтобы быстрее ее прикачать, тем самым избавить свой инвентарь от мусорной рыбы и наслаждаться полтора месяца заработком на латимерии. Быстро, четко, емко, погнали! Цель быстрого по рыбалке на сезон является возможность скипать ненужную мусорную рыбу зеленого и синего грейда из инвентаря. Инвентарь сезона не такой большой, даже если вы пройдете квесты, выглядеть он будет вот примерно так, как вы видите на экране, с учетом еще того, что вы возьмете слоты дополнительные за сезонную подписку и в целом за награды, которые даются на сезон, буквально там плюс-минус 6 слотов. Поэтому, чтобы не забивался инвентарь, вам нужно достичь эксперта и мастера рыбалки, чтобы как минимум исключить зеленую и синюю рыбу. Чтобы быстро это сделать, нужны следующие. Первое — это слеза Энта. Квест это дает, его можно получить в рекомендованном разделе на сезоне. Делается очень быстро, нужно скрафтить пиво и 5 зелий, побегать между Оливией и Вели, делается буквально минут за 10. И, в принципе, ингредиенты даже на алхимку даются уже в процессе. Очень полезно, очень нужен камень. Если кто его не делал на сезоне, советую. Дает 30% ремесленного опыта. Сейчас идет большой ажиотаж, и выкупить особую одежду довольно-таки проблематично. Можно ее скрафтить, но поверьте мне, я выкупил. За одну ночь, я не знаю, как это случилось, но если же нет, ее можно также скрафтить у любого ремесленника в городе, ресурсов требует мало, затачивается на 3, в принципе, очень легко. Далее, что очень-очень важное, это реликвии. У новичков их обычно нет, то есть подойдут сюда абсолютно любые реликвии, которые вы выбьете, потому что нас интересует сет. У меня сет выглядит вот так. Он называется Божественный клев, который уменьшает отката, ну, уменьшает время авторыбалки и, соответственно, добавляет опыта, мастерства и скорости. Ну, так или иначе, скорость рыбалки мы максимально добьем, хотя бы за счет того, что у нас будет временный костюм рыболова на 7 дней. Если у вас остался с предыдущих сезонов, также можете его использовать. Особенно актуально, если у вас нет гильдии. Ну и сама удочка фугара, которая дается на сезоне, она не дает никаких статов. Она максимум дает, ну, кроме рыбалка плюс 2, то есть нет ускорения, это ее один большой минус. Далее, что нас интересует? Нас интересует максимальный ремесленный забаф. Используйте том ремесла, используйте баф пристанища, используйте обязательно таинственный обед Балакса, который бахвается на 9 часов, и если он слишком дорогой, обычный обед Балакса. Ускорение авторыбалки есть, что нам позволит, естественно, в совокупности с опытом рыбалки, ремесленным опытом, который будет умножаться быстрее, соответственно, вытаскивать рыбу и тем самым быстрее себя прокачивать. Максимальный забаф также можно получить на данный сейчас у Далисан. Пока идет ивент на неизвестное растение, вы можете также себя забафать превосходной рыбалкой на 10 часов, тем самым еще увеличив свои шансы на быструю, точнее, не увеличить свои шансы, а увеличить свою быструю прокачку. Опыта дается здесь довольно-таки много. Ну и, конечно же, это благословение рыбалки. Оно дает сейчас рыбалка плюс 1 и удача. Можно не бафать в целом, но просто баф этот есть, если вы уж как-то не доберете статус. В совокупности все ваши бафы основные будут выглядеть как том ремесла, пристанище, таинственный обед Балакса и превосходная рыбалка в совокупности с реликами, 20% опытом с одежды рыбалки. И еще очень важный момент. И 30% слезой Энта. Если у вас есть питомцы, если вы новичок и у вас не прокачано ускорение авторыбалки, ну вы также можете прокачать пингвина, дают в целом, ну, почти сразу, даже на сезоне, можно его забрать и, по-моему, скрестить. Он классик, хотя бы 3-го грейда, и это вам действительно поможет. Опыт рыбалки со всех питомцев у меня также 25%. При всем при этом, вчера буквально за полтора обеда Балакс, то есть примерно за 14 часов, тот уровень, что я достиг, был мастер 1. То есть вот сейчас 4 часа я еще постоял, у меня уже мастер 4 почти.
добивается очень быстро, эффективность большая. Все награды за латимерию в виде горничной и дремлющих кристаллов баланса я забрал. Очень важно новичкам, кто еще не делал квест у Джетина на аксессуары, также этим воспользоваться. Халявная лирия, быстрее докачать основную биржу до 5. Квест замечательный, пропускать его абсолютно никому не стоит. Вот, в принципе, самый минимальный забав, при котором ваша рыбалка будет эффективной. В дальнейшем вы можете оставлять этого персонажа на сезоне, на сезонном сервере, он начиная с сезонного 1, заканчивая сезонным марша, и чтобы вылавливать обычно, ну, соответственно, дальше в лотомерию. Стоит она 500 000, ну и по моим расчетам, примерно за 8 часов у меня выходило 80 плюс рыбки. В совокупности с золотой рыбкой и оранжевой выходит небольшая такая приятная сумма на АФК-каче, если на ночь вы любите оставлять. Надеюсь, это было вам полезно. Пользуйтесь, если есть какие-то вопросы, приходите в комментарии спрашивать или на стрим. Ссылочка будет в описании. А с вами был Юга, всего хорошего и до скорых встреч в мире Black Desert. Пока-пока.